дом четырехэтажный, здесь когда-то Андрей Хрущев жил, мой друг, там за ним помойка, ну, натуральная помойка, то есть валят мусор прямо не в баке, а вот в кучу. Вот, потом весной, все это когда оттаивает, приезжает машина, убирает. Вот, ну, тут режимная зона, то есть здесь ходить вдоль забора нельзя. Часовые ведут наблюдение. Вот, я перейду на другую сторону и буду идти по другой стороне. Ну, вот такие вот характерные ямы. Это, конечно, вообще, конечно, дома вон такие облупленные. Это такой неблагополучный район. Как-то исторически так сложилось, что здесь вот, вот так. Сейчас, наверное, я уже попал. Вон, кстати, часовой стоит. Сейчас тут идет смена караула. Я, наверное, уже попал в поле зрения видеокамер. Вот, ну, я думаю, меня никто не остановит. Вот, и... но все равно. Вот, вот она зона, вот она зона. Колючая проволока, заборы. Ну и на этом я пока камеру отключу.